Привет! Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Аня, студентка-комсомолка, просто красавица. Я понял. Ты просто красавица, ты хочешь заниматься фитнесом, чтобы улучшить свое тело, да? Да, конечно. И ты уже занималась? Ну, как-то было дело. Было? Да. И, ну как, результат был? Ну, скажем так, мне не хватило системы, организованности, тренера, наставника, который бы мне подсказал. Можно я буду наставником? Ну, очень бы хотелось. Наставник, да. Окей. Ну, я вижу, что ты выглядишь замечательно. Единственное, что, наверное, есть какая-то группа мышц, которая тебе, ну, которой ты особенно хочешь уделить внимание. Дай угадаю, какая. Наверное, это... Можно посмотреть. Можно, конечно. О, все очень красиво. Но мне кажется, внутренняя часть бедра, да? Да, конечно. Десяточку. Десяточку. Да. Поэтому мы сегодня будем делать упражнение для этой группы мышц. Окей. Ну что, одно из самых эффективных упражнений для внутренней части бедра — это плие приседания. Угу. Хотелось бы, чтобы ты мне показал, как их делать. Становишься лицом туда, раздвигаешь ноги, приседаешь, чтобы прокачать внутреннюю часть бедра. Не, ну так ты, во-первых, себе повредишь колени, угу. Во-вторых, у тебя вместо внутренней части бедра намечается внешняя часть. Угу. Значит, что нам надо делать? Ставим ноги очень широко, в два раза шире. Не спеши, заделаем метр. Чтобы научиться технике, нужно медленно сначала делать и без веса. Угу. Смотри, поставь ноги почти в сторону. Не в сторону, но почти в сторону. Еще больше, еще разворачиваем носочек. Так, этот носочек хороший, тут плохой. Ну нормально. Нормально. В одинаковой степени главное выровнять носки. Вот так. Все, замыли. А теперь, держа спину ровно, угу, не наклоняясь ни назад, ни вперед, и не выпячивая попу, приседаем. Так, хорошо. Давай. Пять раз. Ты должна почувствовать, как у тебя между ног приятное растягивание такое. Чувствуешь, как растягиваются мышцы? Да. С внутренней стороны. То есть растяжка, я вижу, у тебя хорошая. Садишься в шпагат? Раньше садилась, давно не пробовала. Сейчас исправим, работаем поглубже. Давай туда работаем, Ты должна быть сегодня очень работящей девочкой. Так, идеально прямая спинка, подбородок не опускаем. Голова поднята. Дышим, вверх-выдох, вниз-вдох. Почти во всех упражнениях выдох в сторону сокращения мышц. Так, еще разочек. Ну что, уже что-то почувствовала, да? Да, это будет моим любимым упражнением. Правда? Да. У нас в кадре появляется гантелька, которую ты будешь включать себе, прокачивать мышцы между ног. Держим ее вот так вот, двумя руками. Прошу. Взяли. Тихо, не падаем. Это маленькая гантелька, 12 килограмм. Ничего себе. Смотри, ручки прямо. Сверху прямо. Если ты будешь это делать, будет легче. И попробуй, колени разводим в стороны и приседаем. Вдох и встаем. Ну как, очень тяжело? Я справлюсь. Я стану сзади и буду помогать. Давай. Вдох, выдох. В принципе, это упражнение можно и дома делать, если ты найдешь какую-нибудь гантельку. Бутылочка воды подойдет? Ну, если бидончик. Или еще чего-либо. Еще чего-либо, это опасно. Вот возьми. Еще пару раз, давай. Ну как, получше эффект пошел? Чем да, я прям чувствую, как работает каждая мышца. Каждая. А мышцы у нас есть везде. Еще. Ну, встали и стоим. Теперь научимся правильно ставить. Смотри, очень важно, чтобы не повредить спину. Попу назад, присела и с прямой спиной поставила. Приседай, глубоко и стой. Попу назад, присела, все, бросай. Видишь, тогда ты не повредила спину. Если мы будем вот так вот поднимать эту гантель, можно повредить спину. То есть это техника безопасного взятия веса с пола. И точно так же сейчас попробуй взять вес, сделать еще подход 5 раз. Попу назад, спина ровная, 3 раза. Взяли, встаем. Идеально.
Давай еще раз покажем нашим зрителям, чтобы они видели, как правильно набрать вес. Девушки, чтобы не травмировать спину, при домашних тренировках. Поворачиваемся лицом ко мне. И становимся в такую же красивую сексуальную позу. Отлично. Ты уже научилась правильно стоять в позе. Угу. Теперь прямые ручки. Позволь я чуть-чуть. Угу. И поехали. Наверное, внутреннюю часть бедра, хотя, в принципе, я чувствую и те, и другие после таких упражнений. Чтобы попа не забирала всю нагрузку, почти всю, которая должна идти в основном на внутреннюю часть бедра, ты должна научиться, делая именно это упражнение, не отводить таз назад. То есть все движение строго за счет голеностопа. Давай еще сделаем один подход, чтобы научиться, и чтобы все увидели, как нужно держать ягодичные мышцы, чтобы нагрузка шла на внутреннюю поверхность. Ну что ж, это упражнение очень эффективное, которое мы сделали. Очень. Но следующее упражнение – это тоже тяжелая артиллерия, направленная на то же место. Мы сейчас должны будем тебя в позу лежа переместить. Угу. И лежа на спине в специальном тренажере ты будешь делать жим с широкой постановкой ног. Вау. Не расстановкой, а постановкой. Вот. И принцип очень похожий. Но основной принцип с точки зрения техники, чтобы куда смотрят носки, туда смотрели и колени. Потому что если у тебя носки в стороны, а колени вперед, это вредно для коленных суставов. Ложись. Тяжело? Ну, чувствуется. Ну, давай с помощью. Во-первых, нельзя колени до конца выпрямлять. Они чуть согнуты всегда. Опускаем, выжимаем. Опускаем, вдох. Выжимаем, выдох. До конца колени не раздвигаем. Еще разочек. И еще последний. Давай, терпи. Все, молодец. No pain, no gain. Никуда не денешься. А теперь мы добавим маленький блинчик. О боже. И тебе придется поработать все более и более жестко. Так, проверяем ножки. Смотри, еще раз показываю. Если носки стоят вот так, да, а колени сводятся вот так, это получается вредная разрушающая нагрузка на коленный сустав. Поэтому куда? Вот если ты так поставишь ноги, да, колено должно смотреть на носок. Оно не может отодвигаться сюда. Точно так же, если ты ставишь ноги, это широкая постановка, то колено должно идти в ту же плоскость, что и вот смотри, видишь, две плоскости? Да. Если они будут нарушаться вот так, это уже будет вредно для твоих суставов. Ну что ж, с большим весом, я понимаю, сочувствую, я тебя подстрахую, не бойся. Поехали. По поводу амплитуды. Ты должна делать, работаем, максимально глубоко, когда вес поменьше. Когда вес побольше, можно сделать немножко меньше амплитуду, чтобы было безопаснее. Но колени хорошо разводить в стороны все равно. Но вот именно это упражнение, колени, разведи. Именно это упражнение нужно делать с амплитудой побольше. Сдвигаем. Сдвигаем, заканчиваем. Заканчиваем. Отлично. Очень хорошо. Что еще я тебе скажу? И в первом упражнении, и в этом, ты
нужно делать где-то первый подход 15 раз с легким весом, 15. И потом 2-3 подхода вот с таким весом, чтобы на 10-м максимум повторения ты уже просто умирал. Вот так, как сейчас. Как сейчас, да. Да. 2-3 подхода. То есть первое упражнение, приседание плие, разминка 15, 2-3 подхода по 10 с большой нагрузкой. И точно так же жим ногами в тренажере 15, 10, 10. И можно переходить на следующее упражнение, уже для внутренней части бедра тоже, но в тренажере для сведения и разведения ног. Супер. Пошли? Да, пойдем. Поехали. Ну что ж, следующее упражнение называется сведение ног в тренажере. И если многие девушки удивляются, почему они в этом тренажере занимаются, эффекта нет. Потому что это упражнение работает только после выполнения базовых упражнений, которые мы только что сделали. Это приседание плие с весом, с отягощением. Без веса они тоже не работают. И в тренажере жим ногами с широкой постановкой ног, и только после этого будет какой-то эффект, и начнут приносить эти сведения. Вот тренажерное сведение, присаживайся, садишься, спина еще ровненько. Ножки развели, сидим, да, ровная спиночка, облокачиваемся сиденье и сводим ножки, выдох, раз, и два, и три, тяжело, да? Ну, но есть чуть-чуть, есть, да, но приятная боль. Есть пословица, тяжело в зале, легко на пляже. Так что это да. Своди, еще раз, чувствуешь тут? Чувствую, нравится, конечно. Между ногами. Отлично, значит, внутренняя часть бедра. Работает. И это хорошо. Мы ее заставили. Заставили. Все, останавливаемся. Сложим ножки, вес великоват. Нужно так подобрать вес, чтобы ты тоже 15 раз могла сделать. Потому что эту мышцу очень легко потянуть. Ты же не хочешь, чтобы у тебя было между ногами растяжение? Нет, не хочу. Значит, надо постепенно разогреваться и растяжку делать перед этим упражнением нежелательно. Если хочешь сесть шпагат, то уже после тренировки. И тогда, кстати, растяжка будет выходить более эффективно, потому что эти мышцы уже у тебя разогреты, и ты сможешь растянуться. Супер, хочу. До любых размеров, которые ты захочешь. Ну что ж, выполним еще один подходик, чтобы уже добить. Давай. Окончательно. Я немножко уменьшу вес, потому что мне показалось, что тебе слишком тяжело. Давай, разводим ножки, опять закидываем. И в среднем темпе выполняем выдох и сокращаем мышцы внутренней части бедра. Вдох, растягиваем. Выдох, сокращаем, вдох, растягиваем, работаем. Ай, давно я так не работала. Болит? Ну, есть немножечко ощущения. Поработаем, насладись этим ощущением. Давай, еще, энергично. Не сдерживай себя, давай, действуй. Я завтра проснуться, встать с постели смогу? Дай себе вырваться зверю наружу. Давай, еще разочек. Я вижу, ты ничего не чувствуешь. Нет, мне очень тяжело. Давай. Сидишь как мышка. О, еще разочек, я уже чувствую эффект. Ну вот, достаточно. Ну что, ты почувствовала что-то вроде мышечного экстаза? А, да, почувствовала, спасибо. Когда мы заканчиваем нашу программу для тренировки внутренней части бедра, и если ты придешь к нам еще раз, мы потренируем другие мышцы. Например, обязательно. Например, твою попу. А кто хочет, чтобы мы потренировали нашу новую героиню попу как следует во всевозможных наклонах, упражнениях, жимах, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А вот и закончилась моя первая тренировка в Киеве в клубе «Бицепс». Очень приятно, что ты приехал с Москвы, с клуба MDFIT, прям для того, чтобы меня потренировать. Очень здорово. Ну, нужно же навести свой клуб хотя бы раз в неделю, чтобы посмотреть, и посмотрите, какие красивые девушки на Украине хотят заняться спортом и получить хорошую программу. Кстати, программа – это очень важно, потому что можно просто знать кучу упражнений, хаотично их выполнять, и понятно, что эффекта нет. То есть, если у тебя есть классная программа упражнений, то это полдела. Как же получить программу? Можно зайти на мой сайт biceps.io и, в общем-то, в разделе программы упражнений, там есть раздел для женщин программы, есть все. Для мужчин, для женщин. Очень много программ. Для девушек, для подростков, как сейчас я выпускаю, для мужчин. То есть каждый может совершенно бесплатно получить программу для себя. Ну, а если хочется, чтобы индивидуально выбрал программу именно я, которая именно вам подходит, или составила именно для вас, потому что это самый лучший вариант. Ведь, допустим, одной девушке надо,
внутреннюю часть бедра больше сушить, да, другой наоборот надо ее наращивать, потому что, допустим, между ног есть нежелательное пространство, да. То есть можно противоположные иметь цели, одна хочет подсушить живот, другая попу накачать, третья и то, и другое. То же самое мужчина. Поэтому если вы видите индивидуально, то вам помогут тренировки по скайпу. Я могу вам подбирать уже глядя на вас, через камеру, на вашу фигуру, подбирать то, что нужно вам. Но, в принципе, и эти стандартные программы многим помогают, и я надеюсь, что тебе помогут. Да, я в это верю. А в следующем выпуске смотрим на ягодичные мышцы. Аня и получаем вас с удовольствием. Пока. Пока-пока.